Глава республики Рашид Тимрезов принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Он проголосовал за поправки, на участок пришел вместе с детьми, потому как считает очень важным, чтобы они тоже поучаствовали, почувствовали свою причастность к историческому событию. Голосуя за предложенные поправки, граждане отдают голоса за стабильное и защищенное будущее детей. Новая редакция Конституции соответствует тому большому пути, который прошла наша страна и в политической, и в экономической, и в социальной сфере. И Конституция должна соответствовать новым требованиям и потребностям наших граждан и государства. Это суверенность, безопасность, сохранение исторической правды. И, конечно, социально направленность. Впервые социальные нормы и гарантии для людей и семей закреплены конституционно на многие десятилетия вперед. Предлагаемые поправки еще раз подтверждают, что Россия сильное, суверенное и социальное государство с сильным национальным лидером. Жителям Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил выбрать наиболее удобную форму для голосования и принять участие в этом важном историческом событии. Тем более, что предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры, чтобы